Новое обновление системы ожидает криптовалюту Единар Coin в начале декабря. Всем, кто использует Единар Coin, необходимо будет обновить свои десктопные и мобильные кошельки. В связи с проведением оптимизации для усовершенствования системы, пользователи смогут узнавать точное количество партнеров и распределять между ними необходимую информацию. Им будет открыт доступ к более 100 транзакциям.